Очень удобно я тут расположился на месте, где есть ягоды. Ягоды. Ежевика. Даже этого лета в больших объемах. Я насыщаюсь на природе. И велосипедной дорожке, где прямо у дорожки вот они, эти ягоды растут. И слушаю книгу Стендаль «Таверна». Очень интересная книга, кстати. И наблюдаю за природой. Причиной бурных сцен между ним и дочерью. Он беспрестанно упрекал ее, что она мешает его карьере и что она должна, наконец, избрать себе достойного мужа. Он даже пригрозил ей, что отдаст ее в монастырь, если она...